Всем привет, с вами как обычно Дмитро, мы продолжаем гонять в футбол менеджер 2017, поднимать с колен нашу любимую сборную России. Вот таким составом мы выйдем на бразилов. Я надеюсь, что мы их обыграем. И выйдем, скорее всего, на победителя матча Германия-Австрия. Немцы играют из-за того, что их сборная не лицензирована серым составом, поэтому австрийцы, может, и выиграют их. Думаю, что Бразилия имеет достаточно сил. А что если... О, у них два травмированных вообще. А что если мы сейчас, знаешь, что сделаем? Что если мы сыграем в атакующем ключе? Запутали кого-то мы. Это я пропущу. Что если мы от атаки сыграем с бразильцами? Конечно, это может быть чревато, но может быть и круто. Подумайте. Подумайте дважды. Видишь, Алекса Сандра вот уже на предупреждение посадили. Караваев, Дзагоев, Миранчук, Чешев. Отжали мяч у нас. А ничего, Новосельцев, Дзагоев, Миранчук, Дзагоев, Жмалетдинов. Ну, что-то катают мяч. Новосельцев, Дзагоев, Миранчук, Исаев. Миранчук, бей! Муралья на месте, так еще и мимо били-то. Да, момент так себе получился. Ну хорошо, слушай. На желтую посадили уже Лукаса Сильву. А сейчас уже у бразилов момент. Пошел. Ух как! Кенфеев спас! Классно. Классно наши сыграли сейчас. Давид Луис вбрасывает. Виллиан с мячом. Каутинью. Ну, тут no problem. Кенфеев. Выпинывает его куда подальше, этот мяч. Лысцов. Чешев, в пас играй. Нет, обошел. Чешев. Фернандинью. Лукас Сильва. Каутинью. Мячом. Сам пробьет, что ли? Ну, это даже не опасный момент, это так. Полено. Любое может также пробить. Угловой. Чешев. Ух! Исаев! Рамазан Исаев забивает на 43-й минуте. Мы пробили бразильцев все-таки. Как Чешев угловой подал, Новосельцев выигрывает. И Исаев пробивает вратаря Муралью. А вот так. Там еще кто-то травму заработал из бразильцев. Да, я думаю, останемся в атакующем ключе. И скажем вот чего. Никакой расслабленности, ребятки. Нервно Антона Миранчука надо будет, возможно, заменить. Очень нервничает. Давай на Аздоева. Магомед Аздоев выйдет на поле. Казимир травмирован. Вот что. Каутиньо. Думает, что самый умный. Пошел с мячом. Лукас Сильва. Виллиан. Набиуллин нарушил правила. Я надеюсь, что ему карточку не покажут. Нет, нормально. Виллиан. Лысцов. Ой-ой-ой-ой-ой. Чешев. Контратака сборной России. Ой, далеко отдали слишком. Нажимали Динова. Черти, кто у них на замену выходит? Так. Паузу я поставил. Здоев, он устал как. Я поменяю
В принципе, можно Глушакова вместо Асдоева. Тоже нервно выглядит. Обратную замену придется сделать. Бодренько. Так, и давай под конец уже Аршавина. Андрей. Алекс Муралье выпинывает. Черти, куда выпинывает? Фернандинью, Каутинью. Ну, это фигня. Андрей Аршавин выходит на поле. Но это еще не все. Угловой Чешев. Надежен. Каутинью. Акинфеев, молодец. Игорян, Сухарян, давай. 2 минутки осталось доиграть. Это угловой сборной России. Аршавин, Лысцов, Новосельцев, гол! Ваня Новосельцев, 2-0. Все, Бразилия, goodbye. Аршавин как? На Лысцова и Новосельцев на добивании. Все. 2-0. Акинфеев выпинывает. Шмалетдинов все еще с мячом. Александра. Ну, Казимиро. Каутиньо. Дзагоев. Да когда вы уже остановите игру, судья? Вы что творите? 93-я минута уже. Луан с мячом. Не, это слишком толсто. Давай заканчивай уже. 2-0. Побеждает Россия сборную Бразилии. Атас. Просто супер. Это был действительно особенный момент. Никто в нас не верил, но мы сыграли, ну, просто жесть как. Исаев и Новосельцев. Так вот, качество лучше, чем количество. Исаев и Новосельцев решили исход встречи. Пока не вылетели с турнира, шанс на победу остается. Все-таки Мутко завещал выиграть чемпионат мира. Сказка продолжается. Очередная великолепная победа. Волшебное ощущение. Как повлиял гол. Конечно же, разговор пришел спокойно. Так, почему я принял Аздуева? Я поймаю его реакцию на действие в интересах команды. Новосельцев сумел поймать без Глиусеви. Ну, молодец. Но я на Новосельцева как на нападающего особо не рассчитываю. Конечно. Иранчук доволен. Все довольны. Все. Сохраняем игру. Ждем результатов Австрии и Германии. И на этом заканчиваем. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Тогда, может быть, и в реальной жизни сборная России пройдет Бразилию. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.